Праздник – это всегда здорово, а праздник, организованный общими усилиями жителей поселения – это замечательно. С любовью к земле и людям. Под таким девизом прошел день рождения сельского поселения Молоковское. В этом году праздник прошел с небывалым размахом. На день рождения поселения каждая деревня, каждое село представили свою палатку. Чего только не было в этих палатках. Угощения самые разнообразные. Соленья, маринады, копченая рыбка, каши, пироги и вино. Угощайся, кто хочет. Угощали всех. Мы с оператором тоже обошли все подворья, где нас от души угостили самыми разнообразными вкусностями. Вот уж действительно, словно в гостях побывали. Чтобы сегодня у нас душа радовала, чтобы в душе у людей был праздник. Такая солнечная погода яркая. Как бы, знаете, вспомнить немножко назад, когда также еще колхозы были, да, люди также собирались, угощали друг друга радостью, теплом, любовью. Хватало этого заряда на целый год. В конкурсе подворья участвовали все села и деревни поселения. В помощь сельчанам были помидоры, яблоки, груши, в общем, все, что растет на приусадебных участках и позволяет жить. Люди наши местные все изготавливают. Это соленья, производство торты, выпечка, выращенные яблочки, сливы, огурцы. Все это делается сам в огородах своими руками. И бабушки, и дедушки, которые принимают участие, они переживали, все, и сейчас они гордятся тем, что они выставили, всем все нравится. Мы должны объединяться, чтобы решать сложные задачи, чтобы быть перед трудностями готовыми. Сегодня как бы мы высказываем то, что наше поселение Молоковское – это не отдельные населенные пункты, а это именно одно поселение, одна семья. Во время торжественной части праздника были отмечены три лучших, по мнению жюри, подворья – сел Орлова и Мисайлова, а также Молоково, которому и вручили главный приз – большой и вкусный торт с гербом поселения и переходящую награду картину. Щедрые молоковчане, угощая всех тортом, сами остались без сладости, но ничуть не огорчились. Радость победы была приятнее. Во время торжественной части мероприятия были награждены лучшие представители трудовых коллективов поселения самых разных профессий, люди, которыми гордится Молоковская земля. Время не стоит на месте, все течет, все движется. Сельское поселение Молоковское, как мы все прекрасно видим, развивается, но оно сохранило свою изюминку. Оно по праву может считаться сельским поселением. И сегодня мы в самом начале как раз-таки видели тому подтверждение. Этот колорит сельской местности, он сегодня виден воочию. Награждение и торжественные речи перемежались с выступлениями творческих коллективов, воспитанников детского сада. Ярким моментом праздника стало выступление ребят из военно-патриотического клуба «Вятичи». В этом году его воспитанники заняли третье место в соревнованиях по триатлону «Юный спецназовец». Наравне с парнями в клубе занимаются девчата, и мужская часть клуба не считает их лишними. Девчонки у нас справляются лучше пацанов. В некотором случае некоторые пацаны могут даже там как-то чуть-чуть завожать, а девчонки нет, у нас они всегда надежные, и кто еще кушать готовить будет. Среди награжденных в этот день был автор нового издания «Древнее село Остров» Виктор Вуколов. Долгие годы он работал над книгой, ставшей важным научным трудом. Я хотел узнать историю древнего села Острова. Меня заинтересовало совершенно случайно. Я влюбился и начал создавать. Также на празднике выступил председатель Ленинского отделения «Боевое братство» Валерий Бодряшов, выразивший благодарность всем жителям поселения, которые занимаются патриотической работой, и вручил главе поселения Молоковское Эдуарду Арадушкину памятный знак за вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Завершился большой праздник вечерним концертом. Татьяна Брылова, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, «Видное ТВ».